Я доктор исторических наук Владимир Александрович Невежин. Тема сегодняшней передачи – Курская битва. Завершение коренного перелома в войне. Летом 1943 года военно-стратегическая ситуация для Советского Союза, для Красной Армии создалась очень благоприятная. Создались также условия для наступления на юго-западном участке фронта, однако, учитывая печальный опыт весны 1942 года, Советское Верховное Главное Командование решило провести эту операцию в два этапа. Первый этап – это глубокая эшелонированная оборона, цель ее – измотать противника в ожесточенных боях. И второй этап – перейти в наступление и окончательно перехватить инициативу, взять ее в свои руки. В свою очередь Гитлер хотел нанести поражение Красной Армии на Восточном фронте, взять реванш за Сталинград. Его очень беспокоил так называемый Курский выступ, который глубоко вклинился в оборону вермахта. Верховное командование вермахта подготовило операцию «Цитадель», к ней было привлечено порядка миллиона человек. Тысячи орудий, танков, самолетов, самоходных установок. Гитлер возлагал надежду на новые виды оружия, в частности на танки «Пантера», «Тигр» и на самоходную артиллерийскую установку «Фердинанд». Курская битва шла по сценарию Верховного командования Красной Армии, как оказалось. В начале, с 5 июля по 23 июля 1943 года, была осуществлена Курская оборонительная операция. Ключевым событием этой операции стало сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года. Это танковое сражение в течение многих десятилетий в средствах массовой информации, особенно в кинематографе, здесь достаточно вспомнить фильм Юрия Озерова «Освобождение», представлялось как чуть ли не решающее сражение всей Второй мировой войны, которое предопределило победу под Курском. Но на самом деле, как показывают документы, 12 июля под Прохоровкой Красная Армия потеряла очень много танков, и основная задача, которая была поставлена командованием, тогда не была решена. Thank you.
После Курской оборонительной операции, в результате которой Красная Армия выдержала жесточайший удар танковых сил и живой силы вермахта, были осуществлены две наступательные операции – Белгородско-Харьковская и Орловская. Эти операции позволили стабилизировать и улучшить ситуацию на центральном участке фронта советско-германского. А 23 августа 1943 года был освобожден город Харьков. Тем самым Курское сражение, которое продолжалось в течение 50 дней, завершилось победой Красной Армии. Это сражение не имело аналогов во всей истории Второй мировой войны. В нем участвовало с обеих сторон свыше 4 миллионов человек, десятки тысяч танков, самолетов, самоходных артиллерийских установок. Красная армия сумела окончательно взять инициативу в свои руки. Теперь, осенью 1943 года, стратегическая инициатива была в руках Красной армии. Это позволило осуществить в дальнейшем успешные операции по освобождению Левобережной Украины и по взятию города Киева. Тем самым можно говорить о том, что Курская битва – это битва, которая завершила коренной перелом во всей Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. С этого времени, с осени 1943 года, с момента победы вот в Курском, Красная армия успешно осуществляла наступательные операции на советско-германском фронте.